Всем привет! Я Юлия Андреева. Прогноз погоды на пятницу, 23 августа, представляет Кировский областной фонд поддержки предпринимательства. Бесплатные консультации, семинары, обучение, льготные займы для бизнеса. В пятницу погода немного нахмурится. Пройдут кратковременные дожди с грозами, но пока еще тепло. От 19 до 24 градусов по области. В Кирове в пятницу будет облачно с прояснениями, температура воздуха днем 20-21 градус тепла, ночью ожидается плюс 10-11. Атмосферное давление составит 751 миллиметр ртутного столба, ветер подует северо-западный со скоростью до 4 метров в секунду, влажность воздуха 59%, магнитное поле спокойное. А в жилом комплексе «Метроград» от группы компаний «Железно» красивый вид из окна и хорошее настроение в любую погоду. Солнце в пятницу встанет в 4:19, зайдет в 19:07. Луна находится в последней четверти. На этом у меня все. Это был прогноз погоды на пятницу, 23 августа. Пока. От высоких цен головокружения? У нас для вас отличное предложение. Квартиры будущего от «Железно» всего от 900 тысяч рублей. Скорее звони 3 пятерки 3 восьмерки. Актив формат от «Железно». Активный старт новой жизни.